Это автостанция города Шарм-эль-Шейх. Там даже мечеть видно. И горы, горы. Вот здесь платформы автобуса. Вот как выглядит билет до Дахаба. Здесь все понятно, надеюсь, на понятном языке. Латиница, все дела. Это внутри автостанции. Для конспирации, для того, чтобы враги не догадались. Здесь на автобусах не принято писать направление. Вот есть номер, но куда он едет, это неизвестно. Надо спрашивать, переспрашивать. Правда, здесь есть на платформах смотрящий такой. Он проверяет даже билеты у тех, кто приехал. Вот тоже номер есть, а направление, куда он ехал, откуда, куда и вообще поедет ли он куда-то, это остается тайной. Но это вот общепринятая практика. Здесь даже на внутреннем транспорте нет никаких номеров, ничего. Ну вот стоит смотрящий вот слева с бумажкой и ручкой. И он указывает, он мне объяснил, где стоять, что делать, кому улыбаться, кому махать. Это Дахаб, Египет.
чертой до хаба, вот от других мест Синайского полуострова, того же Шарма, это наличие сильного ветра. Темная вода дальше. Здесь она такая зеленее. А на том берегу это уже Саудовская Аравия. Вот там видно горы. Мы не можем, 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 мы не можем
production. I'm sorry. It's exactly the same. But Kenguri bird. Я видел немножко. Он очень много. Я как-то то ли видно приоткрыто еду. Я не скажу, блин, здесь камни, что вода горячая, такая нормальная, но не сильно теплая такая. Ну, в принципе, купаться нормально, но...
Египет. الشركه اللي هي بتعمل ايه؟ روحنا بس نوصلها وكده. وانا حياتي الكلام ده تمام؟ وروح في حسابك بتاع الفيديو. يعني الفم كان على حسابي.